Арбузы, арбузы. Ай! Как... Ой, подождите секундочку, я как же Дарахмуса поколотник этот, твою мать! Неожиданно серия началась даже для меня. Ай, прям в нерв. Асю! Я тебя сейчас на шашлык пущу вместе со свинюхой этой! Фу, дебил! Спасибо большое, то, что хотя бы разбудил меня. Я, конечно, не ожидал то, что я себе чуть руку не сломал, когда серию начинал. Мне даже снилось то, что я уже наконец-то вернул себе свой дом. Потому что кто не помнит, что случилось в предыдущей серии, проклятый этот бандит превратился в полицейского, и как-то у него так получилось то, что он смог выкинуть меня же из собственного дома. И сейчас он находится в моем доме. И как я понял, он 100%... Сейчас, подождите, давайте я заберу сюда наверх. Как я понял, он зависает в мою плоечку, да, четвертую? Потому что не зря он на нее так лакомился, смотрел на нее. А, какие там игры у не... Подождите. Я грибов только что поел, или что? Почему он в моем скине... Ах ты, жопа-то такая сутулая! Чё он сделал? Он оделся в мою одежду, чтобы прикинуться хозяином этого дома. Ах ты, жопа-то такая! Но лицо ты-то себе не изменишь! Какого тебя мамка родила, таким до конца жизни не останешься? Чупакаброй накрашенной в маске! Ладно. У меня-то есть план. Был план, пока меня осел не разбудил, я себе руку не сломал. Господи, помилуй. Мне нужно пробраться каким-то чудесным способом в мой сейф. Большой сейф, вот этот бункер, я даже его так могу назвать. Ключ от этого бункера находится в моей комнате. Потому что... Чё это за... Да... Чё он здесь... Он моим же способом хочет обезопасить мой же дом, настроил мне здесь ловушек. А ты выхухоль пограничная. И чё ты, Подождите, ты до сих пор там играет в плоечку, да? Ай, задротик, задротик-то у мамки, а? Чё ты там играешь, а? На выключенном-то телевизоре, чтоб в плойку играть, хотя бы телек нужно включить. Не, ну конечно, умом тебя природа не одарила. Так, мне нужно его как-то отсюда отвлечь. Что я могу сделать на первом этаже, чтобы он сюда припер? Пока он будет здесь на первом этаже, я побегу на второй, забегу в свою комнату, заберу ключ и открою вот эту дверь. Потому что, ну сейчас, ну никак она не откроется. Мне нужно замок. Что это за дичь он здесь настроил? Так, может я его как-то на кухню смогу заманить? С ума сошли! Мне вообще-то 23 годика, я хоть в душе ебеночек, но сердце-то уже старенькое. Так инфаркт словить можно. Конечно, дом-то свой вернуть нужно, но в первую очередь кофеечек хлебануть тоже не помешает. Ты чё здесь настроил-то? А, не... Да выпустим. Опа, вот так. Нет, сюда мне его заменить точно никак не нужно. Может, сюда? А камин-то он зачем потушил? Слишком жарко. Кстати, камин. Он же потушил. Так, у меня же есть здесь немножечко золотых монет. Если я... А это что за... Алло, я даже в этот командный блок не могу зайти. Что здесь он настроил такого? Так, у меня есть золотые монеты. Одну я поставлю сюда. Смотрите, что я сейчас сделаю. Вторую сюда. Третью сюда. Четвертую сюда. Пятую сюда. А шестую сюда. Здесь я сломаю этот камин. Сейчас мы его додурим. Сломаю камин и сюда поставлю наверх. Вот так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что за вода бурлит-то? Соседи сейчас за... Лучше мне не орать. Вот сейчас соседи затопят. Ну, каких соседей? У меня же под домом подвал. Крест сейчас затопишь, дебил. Так, это я сломаю.
и поставлю вот сюда. Он подумает то, что здесь много золотых монет. И эти золотые монеты якобы ведут к какому-то секретному кладу. А секретный клад у меня здесь, в камине. Он сюда залезет, пойдет открывать этот секретный клад, и там-то дальше будет. В принципе, мне кажется, идея хорошая. Давайте сразу подготовлю себе зажигалку, сразу блоки подготовлю себе. И электрошокер, где мой электрошокер? Вот так, кофеечек отложим на потом. Смотрите, что сейчас будет. Шопа Петровна сейчас будет. И сейчас этот вор с ней лично познакомится. Слышь, бабулин блохастый! Не ожидал меня здесь увидеть! Давай, 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 давай! Давай, 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 беги, беги, беги! Он бежит, 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 бежит! Собирает там монеты или нет? Собирает, 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 собирает. Давай, давай, давай. Ай, планета будет скучать по такому дебилку. Ай. Да, конечно, горит. Эдисон, ой, что ты мной-то притворяешься, а, Эдисон? Ай, думаешь, то, что оделся в мою одежду и можно носить мое имя? Ой, ой, я, вот. Такое я не ожидал. Как он выбрался оттуда? Тебе бы врача вызвать, у тебя там торчит что-то из черепа. Да, стрела. Подожди, 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 подожди. Ща чихну. Будь здоров! Валим, 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 валим. Никуда не... Отстань от меня, грабиш. Осел, укуси его. Все, надо с этим что-то делать. Ладно, попытка номер два. Осел! Как осел умудрился выбраться из этой ловушки? А, вот! Ты, там тебя сестра ищет! Извините, пожалуйста, он в охраннике заделался, он мне здесь яму охраняет. Ага, не ищите. Ну ладно, я... попей кофеечка, ладно. Вторая попытка. Мне нужно как-то пробраться в свою... Мне нужно как-то пробраться в свою ко... Штиль, ядренько! Слушайте, он здесь настроил вся... Настроил всякую фигню! Уберись вообще это уже! Дверь закрыть за собой нужно? Не в лифте же родился! Ладно, он задротит сейчас. Да чё это за фигня здесь? Смотри, какая жопа хитрая, а? Троллинг воду он сюда налил, да? Ладно, такой подставы я точно не ожидал. Дебил. Оп! Зато кран залатал. Больше крыс в подвале не затопим. Это, так, ладно. Да я сейчас сразу же пойду, если я его не могу отвлечь, значит я сразу же пойду гаммой, да, молодец, да. Продолжай играть в плойку с выключенным экраном. Мне кажется, шизофрения слишком незаметно к тебе подкралась, то что шифер просто рухнул не то что не спеша, а моментально. Не мои дела, не моя жизнь, зато золотая кнопка моя. Лохопуденька, лохопуденька, продолжай, продолжай. Ты чё здесь? Хищник недоделанный настроил здесь выжив...
Утки кря-кря, твою мать! Иди сюда, да! Никто не знает про мой сейф, да? Никто! Никто не знал то, что у меня за шкафом здесь есть секретный сундук, да? Но этот сундук-то я не открою. Там суперсекретное, секретное вещество, секретный предмет секретонский. Надеюсь, он меня здесь не сможет найти. За шкафом. Ну ты попался, вор. Тебя случайно в детстве мама об унитаз не роняла? Это я вор, это... Ты вообще-то вор! До свидания! Пошел! Тихо! Осел, помоги мне хотя бы в этой жизни уже! Соседи, не буди своими бир-бир-бир-тра-ра-та-та-та-та-та-та-та! Согласен, осел, дебил! Зато у меня есть ключ! А у тебя нет ключа, поэтому не смотри. Да, согласен, конечно, жизнь еще та сложная штука. Не жалуйся! Отстань! Отстань! Все. Вот, как страус, да? Дебилизм, короче, не осел, а дебил! Фу. Ладушки, оладушки. Сырники и блинчики. Пускай он там играет свою плоечку, а я открою дверь. Так. Так вот ты где, собака сутулая, перчик, сидел все это время. Ты здесь спрятался. Ты понимаешь, что я тебя искал просто неделю тебя искал. А ты здесь все... Да, я с собой дверь хотя бы закрою. А ты здесь сидел, дебил! Сейчас, подожди. Опа. Так, золотую кнопку я все же лучше здесь оставлю. Сюда он никак не сможет пройти. Так, паспорт заберу с собой на всякий случай, чтобы... паспорт мой, да. Перец Эдуард Янович. Ага, дата рождения 22-е. Угу. Место рождения село Жопа Сливка. Да, все верно. На фотку не смотрите. Фотка старая. Еще тогда, когда я был пухленьким Мэдисоном. Вот. Сейчас я поправился, я в спортзал хожу. И жру, ну жру, конечно, я много, как обычно, да, еще надо бы с этим как-то разобраться, но я уже похудел, поэтому не переживайте. Сюда можно выложить монетки золотые и заберу фейковый сундук, потому что у меня есть план на... Перчик, знаешь что, я тебя не возьму с собой, ты сиди здесь. Знаешь почему? Сейчас я тебе объясню. За то, что... Где у меня пистолет? Вот, пистолет. Ага, ага. Ща все будет, ща все порешаем. Так, сюда, два, три. Опа. И где? И вот. Опа. Ну что? Перчик, сиди здесь, ничего не делай. Я бы тебя вызволил, но давай сделаем сначала так. Я заманю грабителя сюда к тебе, а ты ему точку G откуси немножко. Ага, хорошо. И, в принципе, можешь на самом деле его всего съесть. Можешь, в принципе, делать все, что тебе угодно. Главное, моя сейчас задача, это заманить его сюда к тебе. Поэтому оставайся здесь. Сейчас, дайте я открою. Ага, и закрою. Вот так. Слышь, пописяка! Здорово, а... Ага, ага. Да, пукалку свою. Руки вверх. Это ты и руки, и ноги, и все, что у тебя есть, вверх. Стволы, ну, выкинул сюда мне под ноги. Выкинул сюда. Ты где ту пукалку нашел, а? Конечно, не такая большая, как у меня. Стой смирно, не ш... В угол, в угол, тут, в угол. Стой там. Ты пупесяка, а зачем ты одежду мою на себя напялил? Думаешь, если ты одеваешься, как я, будешь на меня похожим? Я тебя, конечно, сочувствую, я ее не стирал месяца три. Но мне кажется, ты не слишком брезгливый, да? За мной! Мне еще нужно одно дело сделать. За мной пошел! Только руки вверх держи! Быстро за мной пошел! Стой там! Первый проходи, первый. Твоя ловушка со... Я сказал, первый проходи. Молодец. Да, конечно, в свои ловушки ты попадаться не будешь. За мной! Быстро! Сейчас, да, я дверь найду. Быстро заходи! На верстак! Залезай на верстак!
Сейчас мне нужно кое-что из сундука своего секретного взять. Ты, пожалуйста, не подсматривай, хорошо? Ага. Опа! Ага. Так, а какой у меня здесь пароль? Я просто немножко подзабыл. Вроде, а... Ты-то не подсматриваешь? Ну, хорошо. Какой у меня здесь был пароль? Вроде 1337. Надеюсь, он не услышал. Так, 1337. Берем суперсекретную информацию. Суперсекретную. Еще одну суперсекретную информацию здесь оставим. Ага, взяли. И закрываем сундук на пароль 1337. Ага. Не подсматривал? Молодец. Все, пошли за мной. Следуй за мной. Все, воришка, давай, до свидания. Чё ты так сделал, дебил? До свидания, воришка. Все, давай за мной. Я тебе оставляю дом. А, можешь себе оставить, в принципе. Не, конечно, дом красивый, спасибо Катюхе, что мне его подарила. Да, но можешь себе оставить. Я себе там другой куплю. Пентхаус. Я просто там взял кое-что в суперсекретном моем сундуке. Еще кое-что там оставил, но ты только не смотри туда. А, ну ты и так, ты ж код не знаешь, поэтому даже не смотри. Все, воришка, пока. Все, я пошел, оставляй себе дом, только одежду хотя бы постирай, реально, ну воняешь просто, как хуже того осла, который там гуляет. Все, одежду постираешь, обещаешь, ну все, тогда пока. И залатай здесь уже эти дыры, заколебал. Невозможно пройти. Все, пока, воришка, пока. Мне кажется, он сейчас сразу уже побежит. Так, он уже побежал, да? Что за дичь там происходит? Он 100% там... Да, я слышал, как он сундук открыл. Дебил. Так, я здесь прячусь. Сейчас. Чтоб он просто выбраться не смог, дверь не откроется. Перчик! Твоя, да подожди, меня! У меня камера упала сразу, я ее ненавижу. Ага. Перчик, откуси ему там все промежности его. Да. Genius, просто genius. О, господи. Этот вор дебил, реально дебил. Фу, хотя бы плойка все на месте. Он ее даже не включал, он типа делал вид то, что играет, но играл с выключенным монитором, экраном, телевизором. Короче, ну, как я сказал, у человека свое там воображение и в какой-то степени даже хорошо. Господи, как он меня уже заколебал. Он уже и притворялся и полицейским, и Катюхой, и мной даже. Я надеюсь, что он больше никем никогда в жизни притворяться не будет. На этом мы, в принципе, закончим. Если ты не видел предыдущую серию, как этот хулиган Петрович отжал у меня дом, только в этой серии я смог его вернуть, посмотри, пожалуйста, обязательно. Вот, нажми на подсказку, потому что серия подходит к концу, и я уверен, что тебе будет скучно. А эту скуку я могу немножко замять и тебя еще чуть-чуть развеселить. Посмотри предыдущую серию, чтобы поднять себе настроение. Я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр. Я уже с тобой прощаюсь как можно скорее, потому что я сам хочу в плойку сейчас поиграть. Короче, всем удачи, до свидулечки. Перчик, ну немножко поаккуратнее, хотя бы в живых его оставь. Хотя я ж тебя не кормил неделю. Приятного аппетита! Кушай, кушай! Хороший пес, хороший. Да, надо почаще его, правда, кормить. А то он не меня сожрать так однажды сможет.